Кому день влюбленных, а кому наоборот. Вечером 14 февраля Владимир Шарыпов, мэр Иваново, прямо возле собственного дома подвергся нападению. Неизвестный мужчина ударил главу битой по голове. По сообщению некоторых интернет-ресурсов, мэр оказал сопротивление нападавшему и даже пытался догнать его, но неудачно. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование на личный контроль взял и губернатор региона Станислав Воскресенский. По нашей информации, мэр отделался ушибами, не опасными для жизни. Состояние мэра удовлетворительное. Сегодня он утром вышел на работу. Был на возложении у героям-афганцам на мероприятии. Сейчас он по рабочим делам выехал. То есть он находится на рабочем месте и будет до конца рабочего дня.